Готовим морского окуня. Аккуратно срезаем плавники, потому что лучше ими не уколоться. Очищаем от шелухи и надрезаем вот так вот до позвоночника. Лимон нужно прям силой покатать, чтобы легко выдавился сок. Рыбу солим, перчим и добавляем лимонный сок. Оставляем на 20 минут промариноваться. В сковороду бросаем несколько зубчиков чеснока, чтобы получилось чесночное масло. Затем убираем и обжариваем нашего окуня по 5 минут с каждой стороны. Рыбка практически без косточек и безумно нежная.